Приветствую вас на канале Час Ремонта. Сегодня на обзоре электролобзик Deco DKJS650. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый ролик, а также активируйте колокольчик для уведомлений. В описании я оставил подборку ссылок на магазины с актуальными ценами. Для поддержки канала ставьте лайки и пишите комментарии. Электрический лобзик Deco DKJS650 – это ручной инструмент для прямого и криволинейного распиливания твердых и мягких пород дерева, тонкого, листового материала, а также различного пластика. Электрический лобзик отличается удобством использования за счет эргономичного и легкого корпуса с прорезиненной скобовидной рукояткой. Массивные органы управления обеспечат удобное управление даже в перчатках. Для поддержания порядка на рабочем месте возможно подключение пылесоса для удаления мусора. Питание инструмента осуществляется от сети 220 вольт. Модель отличается высокой производительностью и использует в своей основе двигатель мощностью 650 Вт, что обеспечивает максимальную частоту движения пилки до 3000 раз в минуту при длине хода 19 мм. Благодаря этому инструмент позволяет пропиливать древесину на глубину до 65 мм, а металл на глубину до 6 мм. Для опоры используется штампованная стальная подошва, отличающаяся высокой надежностью и прочностью и поддерживающая регулировку угла наклона в пределах 45 градусов. Уровень шума в процессе работы не превышает 98 дБ. Электрический лобзик Deco DKJS650 поставляется вместе с шестигранным ключом и пильным полотном по дереву. На кнопке включения и выключения установлен регулятор скорости. В комплекте имеются графитовые щетки. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Громко шумит. Металл – сыромятина. Неудобный зажим для пилки. Сильная вибрация. Значительный люфт крепления пилки. Теперь перейдем к положительным. Поворотная подошва. Обдув рабочей зоны от опилок. Высокая производительность. Справляется со своими задачами. Легкий, удобный, шустрый. Скорость регулируется силой нажатия. Пилит ровно по прицелу. Пилка, шестигранник, сменные щетки. Для своей ценовой категории вполне норм. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. Лайки и комментарии приветствуются. До скорой встречи на канале Час Ремонта.